В бухте Гертнера на данный момент, по словам экспертов, ледовая обстановка стабильная. Новых трещин пока не образовалось. Появившаяся до этого трещина пока не представляет опасности. Расположилась она от второй уйковой ямы до мыса Красный. Однако ветер, который ожидается сегодня, может изменить данную ситуацию. Подробнее про трещину рассказал Юрий Артюхов. Рыбаки также продолжают уезжать за нее и рыбачить с машин. Но у нас дают на 3 число. Это усиление ветра от 15 до 22 метров в секунду, северо-восточный ветер. И вполне может быть, независимо от того, что лед крепкий, сейчас где-то средняя толщина льда в бухте Гертнера 90. То есть есть меньше дальше, это когда уже в удалении, и больше толщина, это ближе к берегу. Тем не менее, лед может сыграть, как уже это не раз было. И предупреждаем, в принципе, чтобы рыбаки-любители не увлекались сильно ловли корюшки и не удалялись далеко от берега. В бухте Нагаева также стабильный лед до 120 сантиметров где-то. При чрезвычайных происшествиях и ситуациях звоните в единую службу спасения по телефону 112.